В администрации Одинцовского округа подвели итоги работы за прошедший год по ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов и рассказали о планах в этом направлении на 2023. По этому показателю мы лидеры в Московской области. С 2018 года у нас было выявлено и поставлено в реестр 811 таких объектов. Из них 675 уже ликвидировано, в том числе 518 мы снесли. Ликвидация недостроев не только делает наши населенные пункты безопаснее, улучшает внешний облик, но и освобождает участки для важных социальных объектов и общественных пространств. Благодаря активной работе в отношении самовольных строений в Одинцовском округе происходит улучшение архитектурного облика, вовлечение в хозяйственный оборот земель и благоустройство территорий. Так, на месте недостроенных корпусов Института лесного хозяйства приступили к строительству новой школы на 550 мест в Немчиновке. Вместо снесенных остатков военного имущества появился детский сад в Кубинке на Армейской улице. А территорию заброшенных гаражей в поселке Усово-Тупик благоустроят и сделают сквер для отдыха местных жителей. Несмотря на сложность, мы активно выявляем подобные объекты и ведем планомерную работу по их ликвидации. В 2022 году в реестре самовольных, аварийных и недостроенных объектов по Одинцовскому округу учтена ликвидация 167 объектов, в том числе 114 снесено, 45 прошли экспертизу и легализованы, 8 достроено и отремонтировано. Всего в 2022 году удалось ликвидировать на 30% больше, чем планировали в начале года. На сегодняшний день на контроле у администрации округа еще 136 объектов. В планах на 2023 год ликвидировать не менее 130 строений. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцово».